Всем привет, дорогие друзья, с вами Фанри, и сегодня я продолжаю проходить... Ты чё? Так, не лезь. Проходить Far Cry Primal. В прошлой серии мы поохотились. Точнее, не поохотились, это в позапрошлой серии. Мы поохотились. В прошлой серии мы встретились с дочерью солнца, Баттери, вот этой, и сизиловцами, короче. Вот, и сегодня я думаю пойти к курке-мыслителю. Вот отсюда, наверное, я. Так, допустим. Не понял. А. Хорош. Разжигаем костерок сразу же. А где мои тигри? Так, медведь. А, кстати, да, я опросник еще не сделал. Скорее всего, в следующем я сделаю. Я что-то позабыл про него. Там это что такое опять происходит? Я понять не могу. А? Ай, блин. Готов. Да ты посмотри, а. Так, ну-ка. Иди-ка помоги нашим товарищам. Все, до свидания. Хорош. Так, здесь у нас все есть? Все вроде есть. Ты. Вот этого вот. Пошутил, все, не надо. Плюс два жителя еще плюсом. Так, ладно. Древесины сейчас наберем. Так, это... Ну-ка дай-ка ему. Так, ладно, здесь у них ничего. У тебя может что-то есть? Мясо. Так вот. Ни одну стрелу не жалко, так сказать, потратить. Блин, наших там бьют. Ну-ка, вот этого вот. Мясо, хорош. Так, пурпурный лист возьму. Так, что нам там до этого урки-то? 900 метров шагать, ты посмотри. Так, а здесь мы... Высокая. Очень высокая. Ладно, пошли, что ли. Не, давайте сначала... А, видимо, сначала никуда не получится. Да что такое? Совсем страх потеряли. Так, ну-ка, подожди-ка. Погнали. Это что такое? Так, ну-ка, подожди-ка. Че это тут? Логово Пардала. Ага, Пардала, да, значит? Так. Пардала-то, конечно, хорошо. Но сумка еще лучше. Особенно в которой кожа, грязь и рыбы. О! С помощью которой можем улучшить ремень для копий. 5 шкур носорога? Ты что, смеешься? Сколько? 5 копий, хорошо. Так, стоять. Давай. 5 шкур носорога. Кто-нибудь в это верит, нет? Так, ну-ка. 5 шкур носорога. Вы только задумайтесь. Это их еще найти надо. Так, ладно. Так сказать, побежали. Здорово, козлы. Стоять, козлы нужны, да? Козлы нужны. Здесь где-то як, медведь, леопард. А, блин, вот. Волк. Вот, шкур козла, стоять. Так, это... Товарищи, нам не нужно. Подожди, где козлы? Козлы где? Где козлы? Я их найду. Кто кого, я понять не могу. Так, там большой лёва ходит, да? Чё разорались-то, ё-моё? Кипиш-то, чё поднимаем? Товарищи! Вы что устроили-то? Ё-моё. Я понял. Да ты чё подходишь-то, дебила кусок? Ну-ка, вот этого вот. Пошел. Добей.
Так, ты тут чё? Так сказать, один на один. Да, были? Извините, мужики, что помешал. Блин, так-то... Опа. Южный камень. Возьму. Так, вот этого вот держи. Вот этот нужен в первую очередь. Так, все, спасибо. На одного козла меньше стало у нас. Так, это что нам? Мешок для метательных ножей. Шкура барсука. Блин, вот барсук мне еще для хижины нужен, если что так. Барсука пока не могу обещать, так сказать. Так, здесь чего? Круг палящего солнца. Ладно. Хорошо, так сказать. Пусть палит. Кто там опять орет? Я понять не могу. Еще рвы эти, блин. А, я понял. Там товарищи покрупнее разбираются. Так, здорово. О, спасибо. Так сказать, за содействие. Здорово всем. Здорово. Лева. Мне почему-то кажется, что вот эти все львы, которые здесь бегают, это почему-то наш Лева, просто он уже забыл нас, как бы. Когда мы его вызываем... А, мы что-то еще можем сделать? Дубинку улучшить. Давай. Еще раз улучшить. Серьезно? Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка. Есть курить. Стоять. А, это змея. Фух ты. Ну-ка, подожди, Лева. Лева, ну-ка. Ну-ка. А, ладно. Так. Это не дело. Так сказать. Вот! Вот он ходит. Ты посмотри, а? Рогатина какая. Ты посмотри, а? Так, ладно. А если я... Сколько на тебя стрел надо? Ух ты. Вы чё, раз забегали там? Ой, ладно. Сделаю вид, что этого не было. Извиняюсь, немножко приболел. Так. Ну, в принципе, вот туда 300 метров. Ну, то есть нам все равно спускаться, как бы. Давайте соберем здесь пыль. А, это южный камень. Господи. Так. Пещера коварной реки. Так, а если я сейчас тут спрыгну, мне кажется, это ничем не хорошим не закончится. А если вот здесь спрыгну, то еще нормально. Здорово! Так сказать. Это кто? Вот я тебе сейчас... Называется. Подойди ко мне еще раз. Так, ты там чего? А этот стоит, ты посмотри, а? Ты что там встал? О, все понятно с этим тигром. Вон, кстати, еще камень. Какой-то знакомый мне. Так сказать. Пыль южного камня. Так, там есть еще просто камень. Так, поехали. Вот, правильно. Хоть как-то пригодись обществу, так сказать. Вот они! Так, спокойно. Сколько нам надо там? 5 шкур. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, да, значит? Что здесь есть, нет? Ведьма нет. Так, ладно. Вот этого, значит, держи. Разбирайся, так сказать.
Тихо. Спокойно. О, правильно, давай. Все, красава. Так. Отлично. Стоять. Держи. Остальные где? Носорожки. Алло. Я иду. Можно меня не бояться. Я иду. Вы где? Ага. Вот этого теперь. Вон еще третий есть. Так, подожди, а если я добавлю, так сказать. О, тихо, я понял. Это не надо. Вот этого вот. Не надо. Блин. Все, давай. О, правильно. Давай его. Готов. Так. Да лечи. А. Мяса у меня много. Так, где последний? Вот этого теперь. Охота за носорогами. Так, ну-ка. Держи. Еще держи. Я все заберу, братан. Так, еще одно копье. Что он там разделывает? Так, карты это. На. Хорошая работа. Так. Еще получается, что нам две шкуры, да, надо? Так. А здесь у нас чего? Аванпост. Очень высокая. Да ну, ё-моё. Чё ж они все такие высокие, я понять не могу. Ладно, пойдемте, курки все-таки к этому. А, подожди, я вижу остальные две шкуры. Секунду. Опаньки. Так, вот этого товарища тоже надо бы. Так, вот этого первым делом. Вот этого я сказал первым делом. Так, стоять. Кто там такой умный? Вот этого свистни. Вот это вот, вот, правильно. Все, чтоб лишних свидетелей не было. Так, а этот где? Товарищ, вы, по-моему, что-то не то делаете. Где этот? Ага, вот это вот. А я пока поем. Ладно, на. Куда? Ну-ка. Ты посмотри. Он меня опять на эту гору заводит. Ну-ка. Не, серьезно, опять на эту гору. Хватит бегать. Я, блин, сейчас побегаю. По заднице. Все, до свидания. Так, копье мне дай. Еще одно копье мне верни. Куда? Ёперный театр. Уии. Так, я вижу остальные шкуры. Спокойно. Остальные шкуры тоже здесь, как здесь. Стоять. А, это внизу, да? Так, костер. Где костер? Один навык дали. Два навыка есть. Хорошо. Так, убийство метательным ножом. Давай возьмем. Не, серьезно. Здесь у меня будет хоть один аванпост, который не очень высокая. Так, ладно, вот этого давай. Добраться с него, что ли? Серьезно, что ли? Да ну, я-то думал. Так, давай-ка, что тут? Так. Сюда. Давай разожжем. Заодно. На дереве висит, конечно. Так, ладно. Вот этого вот. Забирай. Сегодня какая-то серия истребления, блин, носорогов. Да на! Да еще на!
Так, еще одного носорога выдержишь тогда. Так, что-то еще сделать могу. Лук улучшить. Давай лучше, господи. Ох ты, подожди, а что такое он стал? Очень высокая скорость стрельбы. О, товарищи! Вот этого вот! А, серьезно, застрелял? Так, вот этого отставить! Отставить, я сказал. Так, все. Как его? Для копий тоже мешок сделали. 6 копий теперь вмещаем. Все. Теперь точно курки. Листочек взяли. Так, господа носороги, я надеюсь, вы мне мстить не будете. Дубль 2, так сказать. Так, тут карасей нет? Вроде нет. Так, поехали. Нет, нет, нет. Я лучше бы обычный свой взял. Поехали. Так, подожди, а что это я? Наешь, во-первых. Так, ну-ка. Тром-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Здорово! Не боись. Токар никого не обидит. Стоять. Сесть. Так, как тут залезть-то? Ага, вижу. Так, значит. Давай-ка. Полезли, господа. Так. Есть курить! Товарищ! Товарищ! Это что такое? Товарищи! Тигр-ти! Не надо мне. Устроили. Нет, ты представляешь, опять встречает тот самый тигр. Ты смотри, у тебя сородичи какие. Гады-то. Так, что там? Выстрел в голову называется. Так. Во-во-во, правильно, вот этого вот. Да ты чё, братан? Чё-то ведьма это, согнул. Куда? Ну-ка за ним. Так, тихо, спокойно. Тут товарищи твои. Пошёл нафиг отсюда. Побежал, побежал. Здорово, козел. Так, ну-ка. Это на всякий. Так. Это на пожарный, на пожарный. Так, 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 так. Мяска. Так. Все, хорош. Полезли, так сказать. Даже листик надо собрать. По-любому листик собрать. Полезли. Так, что тут? Лагерь. Да ладно. Так, ты там что? Залазишь? На, я тебя покормлю. Ты куда побежал-то? Туши. Все. Блин, вид красивый, если честно. Так, ну-ка. Помогите урке научиться летать. Серьезно? 500 копов тут. Давай.
не получилось. Винджа! Птица говорить? Ты урки говорить? Как ты летать? Ты урки говорить? Как ты летать? Винджа! Ты улетать, мелкая тварь! Улетать! Ё-моё. Урки как птица летать очень хотеть. У урки перьев нет. Перьев нет? Перьев нет же! Ты умный! Ты очень умный! Ты помогать урке сделать перья! Тогда урки летать! Тогда урки летать! Ты помогать урке сделать перья! Тогда урки летать! О, господи. Лети, словно птица. Здорово. Убейте животных и добудьте шкуры для урки. Так, ну пошли. Там далеко, нет? А, ну вот, буквально сюда. 130 метров. Хорош. Так, это что там? Смотри, сидит. Смотрит, так сказать. Так, а я слетел. Товарищи! Не надо! О! Хорош! Так, грызь рыба! Стоять! Это чё? Ворон! Черепаха. Это что там? Господи. Все ему попробовать хочется. Грызь рыба. Так, ну грызь рыба это вот у нас. Называется раз и готово. Куда? Тихо-тихо. Надо. Так сказать. Карась, не надо меня трогать. Опа, топир. Кто там такой умный постоянно ходит за мной? Ага. Вот этого вали. Так, ты... Я б на твоем месте, на меня б не лезь. Вот и все. Чтоб лишних свидетелей не было. Так, убил, нет? Убил. Так, грызь рыба есть. Черепаха. Черепашка. Великий прошрава. Черепаха. Подожди, там сумка еще есть, я смотрю. Ага. Вот сумка. Да почему ты... Вот шкура редкого черного льва. Так, не надо меня. Я вижу, 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 вижу. Плывет уже, плывет, 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 плывет. Все, не надо. Так, это ворон. Тьфу ты, блин. Как выглядит снежная птица? Снежная птица. Ну, которая в снегу, наверное. Это ворон. Да хватит там бегать, я вас прошу. Вот этого вот. Снежная птица. Ага. Вот это, да, снежная птица? Так, а где здесь черепахи? Наконец-то, блин. Так, товарищи, не надо, а? Не надо меня кушать. Так, снежная птица. Это снежная птица? Да, это снежная птица. Где черепашки? Здорово. Так, ну-ка. Черепашки-ниндзя. Да? Ага, вот они. Так, а тут мешок не здесь сразу? Нет, смотри-ка. Прям тут мешок. Северная глина. Так, черепашка. Значит.
Одним ударом, так сказать. Так, принесите Ульке все необходимое. О, обратно еще что-то есть. Ну, ё-моё. Ладно, поплыли. Так, не надо карась, карась. Так, пошли, так сказать. Стоять. Беру. А тут что такое? Так и не пойму. А, тут он, наверное, собрался. Да нет. Ничего такого нет. Так, Ульки, ты куда там опять залез? В самые какие-то эти. Да у меня. На которые не поднят. А, нет, подняться. Стоять. Где камень? Камень где? А вот камень. Ладно, хорош. Так, значит. Опа. Че, летать уже практикуешься? Урки. Урки. Спасибо. Спасибо, умный. Спасибо. Теперь урки перья делать. И ты иди, иди, иди. Смотреть, как урки, как птицы летать. О, господи. Ну, пошли, что ли. Так, сходите посмотреть на прыжок урки. Ну, пошли. Так сказать. Посмотрим. Так. Нам куда-то сюда, да? Так, ну давай, что ли. Посмотрим на твой прыжок урки. Так. Смотреть, умный! Урки над деревьями летать! Как саблезуб с крыльями. И на тебя приземляться, умный. Ой. Чувствую. Все. И больше его с нами нет. Лети, словно птица, завершено. Ладно. А, живой, что ли? Подожди. Серьезно? Да ну. Так, а я что-то построить, да, кому-то могу? Да, шаману. Хорош. Че, живой, что ли? Так, мне еще эта курочка понадобится. Нет, ты посмотри, опять они там ходят. Ну-ка, вот этого. Не надо. Братан, зачем же ты так? Так, вот это вот. О, здорово! Так, не надо меня тут. О, правильно! О! Хорош! Вот, вот это по-нашему! Вот тигры за меня воюют уже! Все, теперь пошел нафиг отсюда. О, правильно. Так. Взяли. Кормить надо, нет? Откормить не надо. Ну, значит, давайте на этом закончим. Стоять. Один этот я заберу. Все-таки, если понадобится. А, не понадобится. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. Также я, скорее всего, на этот ролик оставлю в сообществе голосования на выбор медведя пещерного имени. Имена вы можете предлагать в комментариях мне, в ЛС, в Дискорде, ВКонтакте. Вот, также заходите на сервер Дискорд наших спонсоров, Хоечное Королевство. Там вы сможете нормально так поиграть в Хойку. Все, что с ней связано, там вы сможете обсудить. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. С вами был Фландри. Делитесь этим видео с друзьями, с родственниками, с родителями. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.